Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня очередная распаковка халявы. Давайте быстрее откроем, прямо жду не дождусь. В этой посылке у меня находится сухожар, наконец-то я его взяла. Очень-очень долго шел, очень плохо отслеживался, но шел типа с Москвы. С 23 ноября. Так, сейчас он стоит у продавца 4000, я его успела урвать за 2900, там с какими-то спецкупонами, с купонами продавца и все такое. Короче, 2900, те, кто знают, люди, это прекрасная цена, потому что вот на Алике, по-моему, я видала, 3800 это самый дешевый. Вот, и то у продавца непонятно какой рейтинг. Вот, у этого продавца тоже я вам его не посоветую, потому что я заказала в этот же день у него лампу SunX, и она где-то потерялась в пути. Продавец меня попросил открыть спор и вернул мне деньги, потому что он сказал, якобы посылка потерялась, откройте спор, мы вам деньги вернем. Вот. Так, давайте посмотрим на него. Сегодня тестить не буду. Потестим видео, которое я покажу, как надо стерилизовать инструменты. То есть все подробно расскажу, как нужно правильно сделать. А сейчас посмотрим просто хотя бы, что вообще он себя представляет. Тут все есть. Значит, у нас вот такая вещь. Здесь все подключается. Крючочки есть. То есть за эти крючочки вынимаем горячий инструмент. В общем, подробно сейчас не буду ничего показывать. Все покажу в том видео, как дезинфицировать и стерилизовать инструмент. Так, поехали дальше. Это тоже было куплено на распродаже. То есть вы закидываете в корзину товар, и он именно в день распродажи становится дешевле. Я посмотрела, закинула все 16 штук таких браслетиков. И, в общем, в день распродажи они стоили по 2 рубля каждый. Хотя сейчас у продавца 150 рублей стоит. Все они абсолютно разные, даже если цвета совпадают, например, но они все равно разные. То есть подарю подругам, дочкам, племяшкам, их дочкам, родственникам. Я думаю, для всех хватит. За все про все у меня вышло 43 рубля. Но пришли они после уже подтверждения товара. То есть защита товара истекла, и они мне только потом пришли. Так, это было выиграно за цент. То есть 69 копеек или 68 копеек там было. Мне кто-то в комментариях сказал, зачем вы говорите цент, если, ну, 68 рублей надо говорить. Я говорю, нет, 69 копеек, а не рублей. Вот именно. Сейчас, к сожалению, такой акции больше нет. Постоянно пишут, спрашивают, где найти эту акцию. Ну, нет, ее уже все отменили. Есть в Тимоле в разделе какая-то срубилка тоже. Но там слишком уж дорого надо брать. То есть, например, вы срубаете какую-то, вот зубная щетка была там за 1500. Вот, и вы срубаете до 700 рублей. Ну, извините меня, зубная щетка электрическая, вот типа Oral-B какая-то, ну, подделка, естественно, за 700 рублей вот она нафиг не упала. Так, здесь у нас бабайки. Это как бы заявлено для детского питания. Классный. В наборе здесь 4 штуки, есть еще 6 штук, но они намного меньше. Так, погнали дальше. Ссылка ВКонтакте была. Здесь у нас две лейки для душа. Очень классно, вообще очень классно течет. К сожалению, я не могу вам показать. Мы сломали вчера душ, пока эту лейку пробовали. Потому что там прикипело вот на этом, на прошлой лейке прикипело все. Мы стали отворачивать, и все развалилось. Короче, сегодня приехали, взяли новый, купили шланг, он не подошел. И в итоге мы все магазины объехали, и нет такого шланга. Короче, мне надо менять весь смеситель. Вот. Так, стоили они. За 179 рублей урвала 2, потому что скидка была большая, если 2 берешь. А так у продавца стоит сейчас по 400 рублей эти лейки, но цена постоянно скачет до 237, что ли, рублей. То есть то 200 с чем-то, то 400. Вот, надо как бы урывать. Они пластиковые. Кстати, у меня, оказывается, лейка прошлая пластиковая тоже. Я об этом даже не знала. Я только вчера узнала. Совсем забыла заказать. Хоть это и посылка не с Алиэкспресса, но очень хочется показать, очень. Извините уж, пожалуйста. Вот тут. Короче, мне ссылку кинули от компании Петелинка или Петелинка, по-моему, Петелинка. Вот. Там нужно было пройти опрос и зарегистрироваться
ввести код от курицы. То есть это вот курица какая-то там, петелинка, еще какие-то продукты. Ввести там код после покупки. И вы получаете гарантированный приз. Вот такую доску с насадкой. То есть... Ой, подождите, я вам тормашками приделываю-то. Вот так на стол кладете ее. Сюда вот эту вот насадочку надеваете. Так, вот. Все. Режете, например, и можно или мусор сюда складывать, или то, что нарезано. Потом эту бабаечку снимаете, контейнер. Так, опа. И, например, в суп вываливаете картошку там или морковку. Так, вот какой у них логотип. Очень классная доска. Так, дальше поехали. Так, здесь у нас шапочка идет. Брала за 50 рублей, сейчас у продавца она так и стоит 50 рублей, но он добавил платную доставку. Вот такая шапка. Взяла сыну. Мерили уже, классная. Я, кстати, все посылки уже подкрывала, потому что мне нужно было подтверждать заказ. Потому что у меня очень много закрылось заказов, и мне пришлось подтверждать, чтобы спор не открыть. Потому что у меня что-то есть. Так, здесь за 8 рублей с друзьями дешевле взяла фиговинку какую-то. Сейчас у продавца 30 рублей стоит. Сейчас дети соберут, покажем. Так, здесь тоже в группе ВКонтакте была ссылочка. По 7 рублей были носочки детские. 22 рубля за трое носков. Ну, гольфики заплатила. Сейчас они по 50 рублей стоят каждый. Но заказывала у продавца... Господи, мне все подлетело. Заказывала у продавца на 6 месяцев, на 12 и 9. И в итоге он мне прислал все три одинаковых, якобы, эски. То есть они все три одинаковых. Подарю кому-нибудь. Кому-нибудь подарю. У кого маленькие детки есть. У меня много таких знакомых. В группе, кстати, все, кто брал, всем пришли, по-моему, в один день. Потому что посты выкладывали, что девчонки получили. И я в этот же день пришла домой и тоже получила. Так, дальше. Так, взяла за 14 рублей. Сейчас 28 у продавца. Было в разделе с друзьями дешевле. Это такая наклеивалка на телефон, чтобы, например, вот так это кольцо отодвигать и ставить телефон. То есть у меня дочка такую заказывала, и сын тоже. Дальше. Так, за 6 рублей урвана. Сейчас у продавца стоит 109 рублей. Я забыла, что там. Я подписать подписала, забыла, что там. А, это тоже всей группой брали. Всем тоже пришло без проблем. Да, господи, сколько пакетиков-то. Зачем так много пакетов? Это вот такие прозрачные бульонки для ногтей. Так, дальше. По 25 рублей за оба взяла вот такие цветочки, поддерживают шторки. У меня уже такие приходили. Вот, я еще заказала. Ну, была скидка. Успела урвать еще раз. Потому что пришли хорошенькие такие. Сейчас у продавца по 50 рублей каждый стоит. Так, дальше. Так, это у нас тест на беременность. Девчонки, еще один где-то есть. Сделаю отдельное видео. У меня беременная подруга придет. И обязательно попробуем на беременной и не на беременной. 35 рублей стоил всего. Там он стоил, по-моему, 15 рублей. И 20 рублей доставка. То есть 35 рублей он выходит. Сейчас второй где-нибудь найдем. Так, здесь тоже за 20 рублей взято в разделе с друзьями дешевле. Сейчас у продавца стоит 42 рубля. Это тоже для ногтей. Вот такие блесточки. Красотища. Так, здесь вместо 150 рублей я заплатила 9. Эти тоже всем пришли. У меня их еще одна такая должна быть, но я не знаю, почему продавец ошибся. Он мне положил здесь 2 шарика. Вот таких кулончика. Ну что вы. Такие красивые. В следующей посылке, в другой, у меня лежит только один шарик. Цепочка мне очень понравилась. Вот. И я не знаю, должно быть 2 шарика или 1.
В общем, в одной посылке один, в другом два. Вот так мне подвезло. Ну, ничего страшного. Заплачено в копейки. Так, дальше. 39 рублей заплатила. Сейчас у продавца 267 аж рублей стоит. Это наволочка на подушку. Вот такая стандартная подушка, которая на диванчиках лежат. Очень-очень мягкая, напоминает плед мой с Василька. Но тут он слишком блестявый такой. И двухсторонний тоже так же, как мой плед. Представляете, с Василька, помните, розовый? Так, дальше. Жалко, что один только можно было взять. У меня две подушки на диване. Надо будет еще ловить, короче, эти ссылки. Так, дальше у нас здесь вместо 140 рублей заплатила 92. Это у нас гель-лак. Мне пришлось его взять, кстати, чтобы у меня подействовала скидка, ну, купон подействовал на сухожар. Пришлось набрать. Вот эту вещь взяла как раз тут фиолетовый. Он пятицветный, этот гель-лак. Тоже в ногтевых как-нибудь посмотрим видео. Дальше. Так, здесь 1 рубль заплачено вместо 138 рублей. Это увесистая прямо такая наклеечка. Сыну отдам на велосипед. Приклеит и будет у меня круто ездить. Так. Дальше. Здесь 24 за оба брелка отдала. Сейчас у продавца 45 рублей. Кстати, все ссылочки практически ВКонтакте были. Вот такие миленькие, такие хорошенькие. Отдам дочке на рюкзаки. Классный. Так, здесь вместо 73 рублей заплатила 38. А вот как раз вот эта вторая вещь, которую мне пришлось взять, чтобы подействовал купон. Так, здесь у нас вот такие животные. Жду не дождусь, когда смогу попробовать. Тоже в ногтевых попробуем. Так. А вот это вообще класс. Тоже ссылка в ВКонтакте была. Урвала 9 шариков за 27 рублей. То есть по 9 рублей лот из 3 шариков был. А там 3 цвета. То есть я каждого лота взяла по каждому цвету. И у меня получилось 9 шариков. Надеюсь, я вас не это самое не запутала. На данный момент каждый шарик у продавца стоит 68 рублей. Каждый. То есть здесь вот такие шарики, 3 штуки. Самолетики. Вот такие беленькие и розовенькие. Повторюсь же, это я не захламляю дом, как многие пишут. Я все раздариваю, потому что вот эти вот шарики, у меня очень много знакомых, кто их прямо хочет. Поэтому там не надо писать, что я хлам его купила. Для всех по-разному. Ну, всех свое мнение. Но, возможно, вы что-то нужное себе покупаете, а для меня это хламом будет. То есть, поэтому не надо мне говорить, хлам, я не хлам купила. Так, дальше. Вот тут очки я, да, вытащила отсюда, потому что обратно их вложить невозможно. За 64 рубля урвала. 175 рублей сейчас у продавца. Взяла специально, чтобы сидеть за компьютером и в телефоне. Это что-то, какие-то очки, защищающие от ультрафиолета. Попробую, потому что я весь день в компьютере. Надеюсь, у меня они защитят хотя бы что-то, потому что я влезаю с краснющими глазищами прямо из компьютера. Да-да. Ну, вот так они смотрятся на мне. Душки мне вообще идеально. Очки легкие, я их практически на себе не чувствую. Никогда с очками не ходила, но я уже к ним привыкла. Так, эту я посылку не раскрывала, потому что я знаю, что там. Там в разделе с друзьями дешевле я урвала за 67 рублей доску разделочную. Сейчас она стоит 120 рублей. Все в комментариях пишут, что она не такая яркая, как у продавца на картинке. Ну, действительно, но классная. У меня много таких. Но не именно таких, но гнущихся. Очень удобно. Нарезал, сложил и вывалил. Все, вообще круто. В посудомойку тоже влезает идеально. Так, дальше. Заплатила 4 рубля вместо 35. И у нас там ручечка. Вот с таким симпатичным зайчиком. Классный. Он снимается, интересно? Да, снимается. А, чтобы ручку вытащить.
пасту, вернее. Так, вот тут защитный носик еще тоже. Черная. Дочь отдам. Так, дальше. Это какая-то, не знаю что, за 13 рублей взято. 96 рублей стоит сейчас у продавца. Вообще фигня полная. Смотрите, это якобы полотенце. Какое-то там супер крутое, впитывающееся для спортсменов. Блин, я не знаю, это шарф какой-то тонкий. Смотрите, что это? Это что? Не знаю, попробую, конечно, попользоваться на кухне и вытирать руки. Не знаю, как будет. Попробуем. Но прямо на ощупь голимая синтетика, извините за выражение. Так. Ну, взято за 1 цент. Очень-очень долго шло. Месяцев 5, наверное, или 4. Это такие магнитики, которые вешаются на ухо. Отзывы тоже не очень, потому что говорят, что потеряли в первый же день. Вот, типа от похудения. То есть вы, например, вот этот вот закрепляете сзади ухо, этот спереди, и худеете. Бред бредовый. Ну, за 1 цент мне нужны были магнитики. Я думала, что они побольше придут, к сожалению. Там на холодильник повешу что-нибудь, какую-нибудь бумажку. Так, вместо 13 рублей 150 заплатила. А вот как раз вторая посылка вот с этим вот. Видите, один шарик положили. Обалдели. И не знаю, как надо. Вот дети собрали такую штучку. На улице повесим, будем баловаться. И еще была у меня в прошлом обзоре вот такая. Что запуталась у меня уже. Вот. Классные. Так, дальше. А посылочка пришла у меня за 55 рублей 2 штуки. Сейчас у продавца по 55 рублей стоит. Заказала себе и дочь. Вот такой. Я стрелец, она близнец. Качество вообще классное. Так, дальше. За 20 рублей урвала. Прямо урвала с купонами от продавца. 227 рублей сейчас продавца стоит. Вот такая картина. 20 на 20. Это немного побольше, чем у нас было. Сыну взяла. Он очень-очень обрадовался. Алмазка. Тоже, кстати, в группе, кто брал, все получили. Так, дальше. За 21 рубль взяла вместо 44 рублей. В разделе с друзьями дешевле. Тоже у меня это уже было. Заказала для наушников, чтобы они по всей сумке не болтались. Рюкзаку, вернее. Дочь теперь взяла. Было. Себе брала. Еще дочь взяла. Вот такой классный чехольчик. Так. За 34 рубля взяла. 183 сейчас стоит. Но считаю, что цена завышена. Крабик не стоит 183 рубля. Как раз ему красная цена 34. За 34 рубля вообще отлично. Красивый, симпатичный. И остается у нас совсем немножко посылочек. Так, 190 рублей сейчас стоит у продавца. Я взяла за 56. Вот такие кисти для макияжа. Первую уже кисточку вынула. И вот это вот все легко снимается и не фиксируется. Приклеить придется. Кисти сразу видно, что синтетика, блестят очень хорошо. Но по упругости они прямо классные для макияжа будут. Я прямо чувствую. Остальные односторонние вот такие. Так, а вот и второй у нас тест на беременность. Тоже 35 рублей стоил. Ждите видео. Такие тесты, в принципе, дорогие в аптеках. Так, это тоже вещь пришлось взять, чтобы у меня купон получился. А, нет, 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 нет. Извините. Где? Брали за 13 рублей всей группой, по-моему. И сейчас продавца 80 рублей стоит. Так, взято за 2 рубля вместо 15. Это, опять же, переходничок. Теперь сыну в телефон втыкаете ее, например. И можете посмотреть, что у вас на флешке находится. Взяла беленькую дочку, дочке, вот, а теперь сыну. А вот это вот полный крах, последняя посылка. Значит, сейчас у продавца набор из 10 вот таких прищепочек. Стоит 55 рублей. Прищепочки, конечно, вообще милипизерные. Вот так вот все болтается. Взяли, тоже, по-моему, в группе была ссылка. За 9 рублей взяла, 10 штук. Продавец прислал только одну. Это
Полный крах. Продавец пожалел вот такие вот эти деревяшки, променял на свой хороший рейтинг, то есть и на хорошую оценку променял, просто 9 штук не доложил. Ну и ладненько. Ну, на сегодняшний день у меня посылочки закончились. Буду вам копить еще на следующее видео. Заходите в группу, делимся ссылками там выгодными. Можете покупать вместе с нами. Ну, а на сегодня у меня все. Всем спасибо, пока-пока.